хотел сказать. Александр Акей, питерское быдло. Это Александр МС Тютюев. Блять, мне скоро 18 лет, я занимаюсь до сих пор подобной хуйней. Мы еще из этого не выросли. Квартет, блять. Так, значит, ой, вот это нормально подожди. Нет, подожди, подожди. Да нормально, все, за, заебал сейчас. Подожди, стой. Короче, Азер. Стой! Хочу, да нет, сука, моя фифа, блять! Я хочу Азербайджан. Моя фифа. Я тебе и так... Да все равно, блять. Я тебе 15-й фу, считай, подарил. Сука. О, азербайджанец, должен на азербайджанца быть похож. Вот это, по-моему, на азербайджанца. Как вот так вот резать? Вот так вот горло резать? Ну да. Нет, наверное, я не маньяк, чтобы горло резать. Смотри, подожди, вот так вот. Да иди ты нахуй с своим нашел. Конечно, выбрать турнир. Где бабосов больше? Вон. 12,5. Мы сейчас их разъебем. Бля, какое меню неудобное, пиздец. Все, играем, не будем став настраивать. Нет, стой. Лёш, заебал. Это расчет. Мы должны выиграть, нам 10 миллионов. Мне нахуй тут куб. Мне нужно 12 миллионов. Кто там травму получил, да не, блядь. Мне кажется, мы должны выиграть, не думали. Блять, все, турнир для нас закончен, как обычно, для Ливерпуля снова без трофея. Все, смотри, ну нормальный состав. Ну, Эмраджана можно поставить в защиту. Не-не-не, нормально. Давай защиту Эмраджана поставить. Да, блядь. Нормально, подожди, потом. Да он часто играет. Ёбаный стыд, сколько можно это настраивать? Я не знаю вообще, кто, когда в карьеру играет, это настраивает вообще, блядь. Я настраиваю всегда. Бля, давай тренировку перед самой игрой поставим. Ебать, чтобы они уставшие были. Да ты ебать ничего не понимаешь, блядь, Лёша, ёбаный в рот. Я что, 2000 просто так тратил? Что происходит? Что, блядь? Багов? Какие баги? Нет багов. Что с фифой, блядь? Почему у меня игрок пизданутый какой-то? Погружаемся в атмосферу. Все. Лёша, ты придуришь, не поставь в это ухо. Это влевое. Ты правый, блядь, иди. Блядь. Опасная атака. Выйдите, нахуй. Так, все, спокойно. Разгрим. Давай. Верни. Ой, братан, хорош, верну. Хорошо. Блять, не то, сука, сделал. Надо было дэп. Ой, хорошо могло быть. Давай, доигрываем. Давай! Вот. Скати. И пробить лёту. Хорошо. Так, нет, я хочу я выиграть пью. АПЛ, блять. Я когда-нибудь такие даю опасные пасы. А все равно говно получается. Ебать, вот этот заброс. Толкаюсь. Отлично, голову. Еще по своим ударили. Хариус, как боженька, вообще вытащил. Вот сюда. Ой, как боженька просто пасец вообще. Так, тихо, деп. На нахуй. Мой братан. Тихо. Я фифу играю. Ой, опасный момент, удар 2-1. Офсайд! Пау! Да, слабовато. Хотя бы удар был. Принять. Ебать, почему какой-то Эльней? Мне кажется, он не пробил, потому что. Man of the match, блядь. Опа, блядь. Ебать. Ну, блин, бить надо было. Лёша, да он справа. Что-то хуёво, я думал, понятно. Раньше, по-моему, похуй был, вратарь 50 скил или 90. Он, блядь, как отбивал из 9, так и отбивает. Блядь, охуенно просто обрез. Блядь. Блядь, 2-1. Ну ничего страшного. Все-таки они дома, могли себе позволить забить один гол. Блядь, Джан, правый защитник в атаку пошел. Что случилось? Блядь, все, похуй. Отлично. Есть первая винка. Отлично, просто. Ну не на изи, конечно, но неплохо. Нормально. И соответственно. Че-то соответствует. Хотел сказать, соответственно реальности мы должны проебать Бёрнли. Ничего, блять, а мне уроки делать. Ну хорошо, ёпта, чё мне теперь, обоссаться, что ли? Сука, блять. Изи. Обоссы, да. Блять, охуеть, сука, фланг, голову, бля, хуярит центр куда-то. Стал туда. Ну я забегал же на фланг, туда. Я забегал в центр, ты был по флангу. Чем ты, блять, подумал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, там же я, ты чего? Ой, а ты прям гарант надёжный. Я просто гарант. Так, вот хорошо, Лёшик верим, Лёша! Ну, блядь, хер ли ты не добежал? Ты дебил, блядь, ты пас назад дал мне, блядь. Вот, наш, это мы, блядь. Негра-азер, блядь, ебать, охуенно. Вот, скати сюда. Ну, нахуя? Азер-нега, блядь, кого и зовут Алекс, блядь. Да ебать, ну что так, какой мировой класс, блядь? Ха, блядь, ебать, ты его чуть не убил. Сука. Можно посмотреть повтор, пожалуйста.
ФПС скачет, как моя залупа по твоим щекам, блять. Я на двое играю. Вот сюда, скати. А ты говоришь охуенно. Ну да? Ебать, ну сука, хули ты так долго-то? Что ты как Саша-то какой, блядь? Че ты как Саша-то какой? Три касания на прием. Я сломал, блядь, даже судья не стоит тут. Я просто сзади, блядь, подкатился. Он, блядь, стоит в стороне такой, я еблысь в ноги. Сильное заявление проявляете, его, конечно, не сука, она смешная. Ты, блядь, пичухарил в центре штрафной. Я выход вратаря сделал. Да Лёша, блядь! Ну сука, блядь, пидорас! Да ты долбоёб, блядь, нахуй, ёбаный грубо. Почему ты весь мяч проебовываешь? Проебовываешь? Короче, всё, я делаю три замены. Сейчас бы мяч проебовывать. Вот сходи! Ну б... да. Это Лалана, блядь. Я видел, куда я скатал. Ссать, бля. Я Лалана нахуй перевёл, сразу забил. Да я его ебан скатал. Видал ты, а ты думал, что я не туда скатил, да? Это Лалана, я его в центр поставил. Это Лалана, я его вперед перевел, сразу забил. Не, я поставил Риги в центр, Лалану справа, а Иса слева, по-моему. Ну да, я говорю, Лалана забил. Я его вот так перевел. Ну, бля, шутка повторенная еще раз, не кажется смешнее. Шикарно, блядь, ну, сука, ну паста полегче немножко. Это что, Усейн Болт, что ли? Ебать, как он обоссался, нахуй. Ебать. Блядь. Ты дебил, блядь, такой атаку, блядь, 4-3 сделал. Ёбаный в рот, Алёшка, блядь. Все нормально, тут Карриус. Я бы их повторял. Сука, как Харриус. Нахуя ты ему скатил? Нахуя ты ему скатил? Ёбаный в рот. Все, в следующей серии у нас будет самое интересное дерби с Манчестер Сити, всем пока.